ноутбук MacBook Pro, установлен Windows. В комплекте получается зарядное устройство, вот оно. Ноутбук вскрывался, болты не родные, винты. Зарядка работает. Подключен к Wi-Fi. Здравствуйте. Кто-нибудь заинтересует, обращайтесь. Засветов на дисплее нет, но имеются пятна. Сейчас покажу, вот на таком фоне их видно. Пятна на дисплее, на светлом фоне особенно видно. Темные пятна. Также по непонятным причинам не работает звук. Хотя при перезагрузке, когда ноутбук перезагружается, звук динамиков слышен. Клавиатура рабочая. Флешка, USB разъем работает. Так, USB порты рабочие. Отключил от зарядного устройства, работает сейчас без зарядки, то есть аккумулятор держит. Сейчас перезагружу ноутбук, чтобы услышали, что динамики действительно рабочие, но почему-то через YouTube они не запускаются. Ну вот на белом фоне видно пятна также. По цене телефона можно скайпывать. А это 7000 оттуда. 7000? Ну где-то экран будет 2500-3000. Пойдемте вот сюда. Вот это стоит, пока берите. А так вообще, в самом нравится телефончик? Мне нравится, ну, сейчас проблема чуть-чуть на деньги. И там... Его совсем убираем? Нет, пока подождите, он сейчас покажу. Так, процессор Intel Core 2 Duo P7550, 8 оперативной памяти. Жесткий диск на 128 гигабайт. Сейчас он поедет. Если где-то один. Есть? Нет.